Участок ультразвукового контроля в третьем отделе ЦХ-1 постепенно входит в свой привычный ритм работы. С начала нынешнего года здесь велась модернизация установки УЗК «Сплав-6». На сплаве полностью обновили механическую часть, оставив неизменным только программное обеспечение. Ультразвуковой контроль на участке всегда осуществлялся двумя способами – автоматически с помощью сплава и вручную контактным методом. И пока установка проходила модернизацию, продукцию ЦХ-1 исследовали вручную. Сейчас мы осваиваемся и пробуем проверять алюминиевые изделия. Но планируем проверять и титановые изделия, плиты, которые мы раньше проверяли. Сейчас мы думаем, мы сможем увеличивать толщину плиты контролируемой уже не 15-12 мм, а более толстые изделия. Может быть, даже 50-60. Но это надо все пробовать. Несколько настроек, и умный механизм приступает к работе. Рассекая водную гладь, портал проверяет качество очередной алюминиевой панели. После модернизации установки поменялась механическая часть. Стал более качественный контроль. Стало более удобно работать на ней, потому что раньше нам приходилось руки в воду окунать, сейчас можно это делать с пультика, все манипуляции. Если раньше дефектоскопист периодически выходил к ванне, чтобы контролировать процесс, сейчас он лишь выставляет настройки в момент загрузки изделия. Все остальное отлично видно на мониторе. Некоторые операции значительно сократились по времени. Ванна увеличилась в длину, и сейчас мы можем за один проход проверить 12-метровый профиль, а раньше нам приходилось его разворачивать. То есть раньше у нас было 6 метров, мы могли проверить за один проход. Нам приходилось половину профиля проверили, потом развернули и вторую половину проверять. А сейчас стало намного удобнее. В ближайшее время модернизированный УЗК «Сплав-6» с новыми силами включится в производственный процесс, чтобы в полной мере удовлетворить все требования заказчиков продукции в СМПО.